Вы смотрите видео об отеле Буритара Resort. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Буритара Resort расположен в стране Таиланд в регионе Краби и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Расположен в районе пляжей Напара Тара и Йонен, в 200 метрах от моря 3 минуты ходьбы, 600 м, 1,3 км от центра туристической зоны пляжа Йонен 7/15 миль ходьбы, в 150 километрах от аэропорта Пхукета 2 часа езды, в 28 километрах от аэропорта Краби 35 минут езды. Приятный отель с внимательным персоналом и легкой отпускной атмосферой придется по вкусу тем, кто любит проводить беззаботный отпуск на пляже. Приятные интерьеры, уютные просторные апартаменты и просто огромные люксы, красивая территория. На территории отеля имеется интернет, интернет-кафе платно, парковка, услуги прачечной, массаж, джакузи. В номерах есть кондиционер, ТВ-телефон, Wi-Fi платно, сейф, мини-бар, вода бесплатно, набор для приготовления чая, кофе, душ, ванна, балкон. Номерной фонд отеля состоит из 18 суперия, 32 квадратных метра, максимум 3/2+2 человек, 47 делюкс, 34 квадратных метра, максимум 3/2+2 человек, 5 делюкс пул аксесс, 34 квадратных метра, максимум 3/2+2 человек, прямой доступ к бассейну. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть интернет-уголок с компьютерами, Wi-Fi в лобби, бесплатно спа, массаж. Для детей есть бассейн, детская кроватка, детские стульчики в ресторане. Расстояние до пляжа – 100 метров. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.